Гимн России, напутственная речь, общее фото. Турнир по футболу открыт. На поле 18 команд из Москвы, Подмосковья и Тверской области. Цель такая, чтобы именно показать, что футбол – игра коллективная, игра дружная, игра на сплочение ребят, достижение одной цели. Победа – хорошо. Ну, как всегда, что участие – это еще лучше. Два дня, более 20 сыгранных матчей. Праздник футбола, спорта и дружбы. Без наград никто не остался. Кубки, медали. Лучшего игрока получит каждая команда, лучший игрок. И отдельная номинация – лучший тренер, лучший вратарь, лучший защитник, лучший нападающий. Леонид Левочкин живет в Москве. В Одинцово приезжает на тренировки. Игра была напряженной, признается футболист. Было потно очень, враг был очень сильный. Ну, так понравилось очень с ним играть. Среди гостей Константин Сергеевич Федотов, участник Парада Победы на Красной площади 45-го года, почетный гражданин Одинцовского округа. Мне очень импонирует лестно, что такое внимание уделяется подрастающему поколению, нашему будущему. Я от всей души поздравляю и участников сегодняшнего соревнования, и всех болельщиков спорта, значит, с этим спортивным праздником. Футболисты, несмотря на свой юный возраст, играют как настоящие профессионалы. Голевые передачи, опасные моменты. Зрители поддерживали спортсменов, а самые активные болельщики принесли с собой даже барабан. Ольга Дмитриева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».